Всем привет! Вы на канале Бункер Фолоча, и с вами, как обычно, Павел, и сегодня мы наконец-то продолжим проходить игру Silent Hill 3 с вот таким вот забавным, я бы сказал, странным багом. Почитал, в общем, в интернетах, пишут, что этот баг пройдет, когда мы до определенного момента дойдем. Ладно, давайте выходить, но печально тут у нас... Вот зачем ты послал ее к моему отцу? А что такого? Из-за тебя он теперь... Но ведь это хорошо. Это означает, что он был избран Богом. Разве нет? Те, кто насмехается над Богом, никогда не получат спасения. Ты попадешь в ад, Винсент. Ты никогда не сможешь узреть радости рая Божьего. А думаешь, Богу есть дело до тебя? Ха! Да тебе что об этом знать? Я знаю о достоинствах этого мира. И ищу здесь свое благополучие. Ты презираешь отца, да? Я видел, как он бил. Пинал, унижал тебя. Рожица такая прям. Довольно. Акты его жестокости навечно выжжены в моей памяти. Да, да. И поэтому нам нужен Бог. То, что ты зовешь верой, есть не что иное, как ребенок, взывающий к любви. Поэтому ты одна. Ты не понимаешь. Никто из вас. Никто, короче, не понимает нашу Далию. Понятно. А они уже в отеле, походу, там, где мы были. Ладненько. Ну что ж, давайте попытаемся как-нибудь дойти. Вопрос дойти куда? Куда нам надо? А, нам нужен в 106 номер. Можем пойти также сначала налево до упора, а потом направо до упора. И, собственно, попадем в обратку. Погнали. Блин. Непривычно ходить, конечно, вот так вот на бок. Это как-то это странно звучит вообще. Надеюсь, здесь не особо много монстров будет, и они мне мешаться не будут. По крайней мере, хотя бы в таком положении, чтобы просто тупо дойти. Но баг забавный на самом деле. Очень интересный и забавный. Ага, вон, кто-то ползет. Кто-то ползет. В общем, как я понял, из поиска в интернетах... Ой, бляха, муха, тут дофига их сколько, а? Нужно нам дойти до как раз до нашего номера 106. И у нас Хизер станет нормально ходить. То есть это как бы известный баг, и он вроде как даже у всех. Сейчас посмотрим, так, где? А я уже почти что дошел. Ладно, погнали дальше. Так, здесь постепенно будем заворачивать направо. Куда-то сюда нам надо. Блин, нифига не видно. Туман, конечно, пипец какой-то. По-моему, он со второй части только гуще стал здесь туман. Еще густее. Такой тягомотный. Где? А, нет, еще бегу, кстати, правильно. Это хорошо. Бегу, кстати, правильно, так что уже почти скоро. Уже почти скоро добежим. Опять кто-то там лазит, бегает, ползает. Я их, короче, бить вообще не собираюсь. Во-первых, это бессмысленно здесь на улице. Во-вторых, проще от них убежать. Ну, серьезно. Какой смысл их убивать? Патроны тратить, хп-шку тратить. На то, чтобы мы просто прошли. Да понятно, хэ-хэ-хэх. Вот где-то здесь, короче, вход должен быть. Кажется. No banking. Так, подожди, это не сюда. Где-то рядом. По-моему, где-то мы здесь и, собственно, и были. Где этот номер 106 наш? А, так вот он. А, вот он и номер наш. Ну, наконец-то. Дошел.
Где Дуглас? Он ушел. Но оставил послание. Но обещал послание. Вернуться. Здесь никого больше не было? Не, только я. Ну так хочешь услышать послание? Да, говори. Церковь на другой стороне озера. Церковь? Какая церковь? Что бы это значило? А ты не поняла? Там находится Клаудия. Это она на севере, по озеру. Но вообще, придется идти через аттракционы. Сейчас это единственный путь. А это проблема разве, через аттракционы идти? Иди на северо-запад по Натан-авеню. Это далеко, но ближе, чем до небес. Ха. Вот это шуточки, нифига себе. Больше ближе, чем ничего. До небес. Ага. Спасибо. Спасибо. Да-да-да. Спасибо. Спасибо. Дуглас правда это сказал? А что? Да конечно. Ты не веришь? Конечно. Конечно. Конечно, Дуглас сказал. Во! Она наладилась. Я же говорю, наладится наконец-то. Так, ладно. Давайте смотреть. Где там наша церковь? Куда нам надо... Это в обратную сторону, но просто по прямой. С одной стороны, это хорошо. Ладно, погнали. Погнали. Раз нам говорят идти туда, значит, пошли сюда. Так, нет, подожди, не сюда. Вот сюда. Вот. И, по-моему, вот нам по прямой просто по дороге надо бежать. Ну ладно, что, погнали. Здесь эти собаки бегают. Да и пусть бы они бегают. Идите к черту. О, еще одна где-то уже воет. А, вот она. Ха. А попробуй догони. Попробуй догони, я быстрее бегаю. Как говорится, быстрые ноги не боятся пиздюлей. Это извечное правило, так что-то. И мы воспользуемся прямо сейчас. Кстати, сегодня после работы думал, приду, постримлю там все дела. А в итоге пришел, перекусил и спать лег. Прикиньте, я сейчас вот недавно только выспался, там проснулся, блин, под вечер спал. Мешки под глазами, блин, не выспавшийся, как не знаю чего вообще, ужас какой-то. Как какой-то забулдыга, блин, пьянчуга, хотя и не пьющий. Вообще. Вот веришь, нет, вообще не пью. Вот. А выгляжу, как будто бы какой-то бомжик, блин. Надо все-таки себя в порядок привести, бороду нафиг убрать. А, выспаться наконец-то, чтобы там быть гладеньким, чистеньким, красивеньким вообще. Так, а че, где? Где? О! А, это мы в парк пошли, в парк из начала игры, прям из самого-самого начала, где мы с ножом, блин, против какой-то херовины, блин, бились. Это я помню, да. О, музыка из начала, ну, в смысле, из менюшки. Точно, из менюшки. А ты чё? Давай не помирай только. Опачки, это мы перешли опять в другой мир, ржавый. Охренеть. Вот. Ой, это да. Черт. Опять началось. Опять это не началось. Ну, собственно, мы здесь уже были. Так, подожди, давай проверять сразу все. Здесь сокрыто, здесь двери нет. Хотя нарисована дверь. Так, кто-то валяется. А, это кролики эти. Это опять эти кролики. Ну-ка. А огромный костюм кролика, это разве не талисман парка развлечений? Ну, наверное. Я не хочу заглядывать внутрь, оттуда исходит ужасный запах. И еще один. И еще один красавец. Ну все, сейчас-то мы с оружием теперь. Так что я вообще не беспокоюсь. Это плюшевый кролик, это разве не талисман парка развлечений? Да блин, все одно и то же. Она же вроде говорила о том, что похоже там в нем, в этой кукле, ой, блин, не свались, похоже в этой кукле кто-то есть там, типа того, это типа же аниматоры, там все дела. Блять, а здесь пройти нельзя. Подожди, а может все-таки можно? О, можно. Может здесь что-нибудь валяется полезное? Здесь пусто. А, здесь тоже нельзя. Здесь тоже нельзя. Я просто надеялся, что здесь может что-то есть полезненькое. Там, не знаю, потрошки те же самые или еще что-нибудь подобное.
но, судя по всему, ничего не вижу. Ладно, погнали. А что у меня по патронов? Я что-то забыл. У меня, получается, здесь по нулям. А запасы у меня только электро, вот эти вот, для шокера, которым я не пользуюсь, кстати говоря. И автомат. Автомат и запасы. Ну ладно, погнали. Чё. Здесь, ага, вот это вот. Все. А, убил, что ли? Да ладно, так быстро. Но с другой стороны, почему бы и нет? Так. Экипировать, погнали. На всякий случай проверим. Ага, воу, теперь точно добил. Так, теперь точно добил, здесь мы пройти не можем. Тут собака еще должна быть, если я не ошибаюсь. Я помню, что здесь была собака. Так, замок сломан, естественно. Кстати, карты у меня нет. Конечно, у меня карты нет. А, нет, там еще одна хрень такая ходит, замок сломан. Ладно, в принципе, этих убивать мы тоже применяем. Ай, блядь, крутилку свою вертилку начала. А что-то она затупила. Вроде добил. Тут же вроде была такая одна и собака. Ну ладно, куда-то пришел. Куда-то зашел вроде. Загружается. Ладно, давай смотреть. Ага. Вылетело. Так, ну вот я и вернулся, собственно. Наконец-то я добежал заново. Все пробежал. И даже уже успел сохраниться. Так что теперь, если вдруг игра вылетит, начнем с этого места. Так, сюда мы заходить, видимо, не будем. Потому что что-то как-то там вылетает игра. Так, сюда проведем. Сюда можно зайти. Надеюсь, не вылетит опять. Смотрим, давайте смотреть. Короче, не понимаю, что происходит. Я в две двери уже пытался зайти. И в обоих случаях у меня просто игра зависает. Здесь замок сломан. Ладно. О, куда-то прошел все-таки. А что меня убило-то? Вот это ни хрена себе, меня просто взяли и убили. Одним прыжком собака взяла, убила. Да вроде у меня хпшки же было много. А, я красный весь полностью, блин. Ну ладно, тогда там бежать придется только. Давайте дверь на всякий случай проверим. Вот так вот. Чтоб каждый раз ее не проверять. Сейчас сохранимся. Попробуем пробежать тогда. Вот. Ну просто у меня сейчас реально что-то совсем с припасами очень хреново. Собаки, понятно. Ай, блядь, допрыгнуло все-таки. Ах ты, зараза. Короче, там, я так понимаю, можно было куда-то перейти еще. Но сейчас попробуем. Сейчас попробуем еще раз. Сейчас мы хотя бы рядом с этой дверью загрузимся, уже хорошо. Уже радует. Так, ладно, погнали. Здесь можно свалиться, я понял. Блять. Попробуем завалить. А, блин, беги. Там эта хрень летающая. Так, здесь пройти нельзя. А чё ты? А чё ты? Давай. О, собак, кстати, я всё-таки завалил. Ладно, собак я завалил, там летающая хрень, которую я сейчас завалить без хпшки не смогу вообще. Я на один удар. Так, ладно, сохраняемся тогда здесь. Ладно, собак хотя бы завалил. Так, там тупиковое место. Собак. Собаки там, в принципе, убиты. Так, здесь же ничего нету больше. Дайте мне хотя бы какую-нибудь хпшку. Это что за фигня-то? Так, давайте попробуем еще раз сюда зайти тогда. Сейчас еще раз сохранимся.
Просто фигня какая-то происходит с этими сохранениями. Ну, в смысле, не сохранениями, а игра зависает и вылетает просто. А вот в эту дверь и в ту дверь. Ладно, давай вот сюда сначала попробуем. А, вот сейчас не зависло, сейчас не вылетело. Вот что происходит, почему так? Это что за игрушки? А здесь плюшевый кролик. А, что-то зеленый только. Кролик, но он зеленый почему-то. Есть что полезно? Еще плюшевые кролики. О, она что-то смотрит. Ну-ка. А, ампулу. Отлично. Давайте хоть полечимся наконец-то. О, она полностью меня излечила. Ни хрена себе. Вот это да. Вот это повезло. Теперь полная хпшка. Это здорово. Патронов. Теперь бы патронов и еще аптечек бы всяких там разных набрать. Вот это было бы здорово. Так, давай смотреть. Ага, говядина. Коту, кстати, я ее не пользуюсь что-то. Вяленую говядину взяли. А, давай еще здесь пройдемся. О, здесь что-то она тоже, по-моему, смотрит. Да, аптечки. Аптечки, вот это круто. Да, здесь ничего полезного. Здесь тоже ничего не полезного. Ну-ка, может еще что-нибудь будет? Ну, патрончиков-то дайте. Теперь это патрончиков пора бы уже. Так, здесь плюшевый кролик. А в таком месте он выглядит скорее жутко, чем мило. Да-да. Он еще и... Подружки. Отлично. Это от чего? От пистолета, по-моему. Это, по-моему, от пистолета я взял. Так, да, патроны для пистолета. Ну, давай. Да, блин. Сейчас перезарядить. Отлично. Патроны от пистолета. Меня это уже радует. Так, что, больше здесь ничего нету, да? Здесь больше ничего нет. Это и две двери. Давайте сразу сохраним. Две аптечки, патроны, полная хпшечка. Меня вообще это очень сейчас теперь радует. И две дверки. Ну давай, загружай. Так, там кто-то, по-моему, залез через окно. Здесь, естественно, сломано. Здесь тоже сломано. Что это за звуки были? Странно. Пошли смотреть. Вроде никого. Ха, вроде никого. Ладно, я не понял, что это за звуки были, конечно. Но вроде никого. Вроде игра пришла в свое нормальное состояние. Вроде бы да. Вроде запись идет, все нормально, все хорошо. Я просто перепроверяю, потому что думаю, мало ли, два раза она вылетала, может уже и запись вылетела. Ха, давным-давно. Так, здесь, кстати, есть что-то написано. Хоть что-нибудь почитаешь, нет? Да блин, какое же неудобное управление. Это вывеска магазина сувениров. На ней картинка кролика. Ага. Так, вот здесь тоже игра вылетала. Вот в этом месте. Здесь... А, нет, подожди, не в этом. Вылетала вот в этом. Вот, вот здесь. Тоже слом. Подожди, а... Где же она? Не, где-то двери были, в которые вроде как она заходила. И вылет был. Здесь так, это... Отсюда мы пришли. Здесь что-нибудь... Опа! А вот это я не проверял. Ну-ка, давай-ка сохранимся. Теперь буду почаще сохраняться. Лучше сохраниться почаще. Но потом, чтобы не бегать заново, все это не протыкивать, это было бы круто. Это будет круто. А, ну-ка, и здесь сломано. Блин. Меня теперь двери пугают больше. Так, здесь пройти нельзя. Хорошо. Получается, у нас один только путь. А, один путь — это... Там, где вот эта вот херовина летающая. Но у меня теперь есть патроны. Так, здесь же тоже точно все они. Точно они все закрыты. Да, они здесь все закрыты. А в магазин сувениров я сгонял. Да блин, камера, ну развернись. Здесь тоже дверь закрыта. Получается, нам только сюда. Получается, только сюда. Все. Больше вариантов нету. Так, сохранить еще раз. Еще раз, на всякий случай. По 10 раз пересохраняться, благо это происходит быстро, шустро. Так, а здесь тоже ничего. Ну все, погнали. Один. Где ты? Я попробую боюсь потратить. Потому что у меня их немного. Да блять.
Все, не живая. Все, отлично. Все, я их здесь перебил. Правда, патроны пришлось потратить. Ну, да ничего. Ну, да ничего. Все. Здесь меня, по крайней мере, никто не беспокоит. Теперь уже беспокоить не будет. Так, тут что? Там какой-то трупак висит. Однако. А здесь-то мне что делать? То здесь-то я... А, это горки, аттракцион горок. Блин, сюда пройти, оказывается, можно было. Блин, там опять эта херня едет. Сколько там патронов? Я надеюсь, у меня патроны есть? Вроде есть. Во! Да, туда-сюда. Гоняет. Так, давить. Фига целая обойма на этот хрень уходит. Все, вроде добил. Вроде добил. А можно, конечно, пробовать их добивать. А все, патронов нет вообще. Класс, а там еще вот эта жужжалка есть. Придется ее так бить. Хотя можно попробовать с электрошока ее завалить. Мало ли получится. Если вдруг... Так, давайте сохранимся на всякий случай. На всякий случай сохранимся, чтобы по 10 раз одних и тех же мобов не убить, одних и тех же монстров не валить. Так, давай. Пошли искать. А, или здесь я... А, здесь я завалюсь, понятно, я вас не сюда. Подожди, а куда мне? Так, блин, разверни камеру. А может пробежать? Может мы его нахрен потом? Блин, понятно. Бежим просто. Электричеством эту хрень не возьмешь. Блин, тут еще одна фигня. Да ну нафиг вас, друзья, ну честное слово. Оружие на них вообще тупо не действует. Блин, тут третья. Да вставай, да вставай. Так. Заперто. Красота. Красота, заперто, у меня ключа нету. И как мне тут? О. Можно так просто пройти. Короче, мне нужна, получается, нужен ключ от вот этой двери. Только зачем? Ну, раз заперт. Блин, не сваливайся, пожалуйста. Охренеть, чуть не свалился, а. Вот это да. Короче, пойдем пока пешком. Кстати, а у меня там же заряды... Нет, еще один заряд есть. Один заряд электрического, этого нашего электрошока, он есть. Потом перезаряжать. Да блин, не падай. Потом придется перезаряжать все. Фонари, кстати, внизу. Едет вагонеточка-то. Прыгай! В смысле? Меня убило. То есть мне туда ходить не надо было? Получается так, мне туда ходить не надо было. А подожди, а где тогда мне нужно было достать-то? Так, мне вот эти жужжалки, они мне не, жизни-то не дадут, скорее всего. Надо их все-таки пытаться как-то убить. Убить я их могу только... О. Да блин, отстань. О, сбивается удар ее. Это круто. Все, походу, добил. Отлично. Это касса, но внутри никого нет. Понятно, что никого нету.
Это касса, но внутри никого нет. Ладно, добил уже хорошо вот эту жужжалку первую. Там еще на лестнице их несколько штук получается будет. Так, давай-ка сюда. Сохраняшка есть. Что там за жужжание с правой стороны? Возможно, ключ где-то здесь будет, на лестнице. Я его просто пробежал и не заметил. Возможно, ключ еще где-то может быть. Я думал, в кассе может быть. А, так это одна и та же хрень, что ли, была? Она просто поднималась наверх. Ха. Надо было сразу ее добить. Так, вот это интересно. Возможно, в той комнате ключ где-то находится, я имею в виду. Понятно, что за... Зачем-то можно сходить сюда. Здесь можно где-то как-то забраться? Никак нельзя. Только куда идти? Может, вниз надо как-то? Нет. Да, блин, не падает. Хорошо, пойдем посмотрим тогда, может быть, все-таки... Ну, получается, в магазине игрушек, вот этих сувениров, возможно, что-то есть. Я не уверен, конечно. Но что-то как-то непонятно пока что. Просто там какой-то звук был непонятный. Вот. И, возможно, где-то просто что-то либо открылось, либо скрипт какой-то сработал, а я его просто только не заметил. Либо здесь мне нужен билет какой-то, либо... Не, ну ключ, по идее, должен быть. От двери-то. Здесь я перепрыгнуть никак не могу, да? Она вообще никак не реагирует, да? Я прав? Вообще мыслей у тебя никаких нету, да? Понятно. Мыслей у нее вообще никаких нету. Ладно, пошли тогда. Так, а здесь может быть что-то? Что за... Что за что? А что за что? Так, ладно. Вастер, плиз, так, хорошо. Ну, каких-то вот именно ключей я здесь... Так, ладно, подожди, куда она смотрит? А, на дверь она смотрит. Каких-то ключей я здесь не вижу. Может, все-таки вот в этом магазине сувениров? Ну, тут вариантов других нету. Давай еще раз обойдем здесь все. Дверь закрыта. Смотрим на ее голову, может быть, куда-нибудь она сейчас повернет, и мы сможем найти ключик. Сохраняшечка. Опа, а вот и ключик, кстати говоря. Ха, в коробках оказался. Фига себе, он огромный ключ. Так, я взяла ключ от американских горок. Во-во-во, я же говорю, он все-таки здесь. Так, ладно, давай сохраняться. Теперь нормальное сохранение, прям, которое вот разработчики нам подсовывают. Да блин. Подсунули, мы через него как раз и сохранимся. Замечательно. Ладно, побежали. Тут же больше ничего нету. Надеюсь, я больше ничего не пропустил. Да. Скорее всего, я все остальное собрал уже. Ну ничего, потратили несколько минут, пробежались туды-сюды. Врагов здесь вроде как больше нету. Всех я кое-как усандалить смог. Особенно собак, главное, завалить. Потому что если их не поймать... Когда они прыгают, бегают, носятся, так сказать, не убить быстро, то они очень много проблем могут доставить. И, как уже было в предыдущих сериях, когда две собаки, одна собака, а даже одна собака может тебя убить только из-за того, что ты по нее ударить не успеваешь. Всякое такое. Так, все, открыли, зашли. Что это за чертовщина? Я чувствую, что под... Вот хвачу нечто мерзкое, если дотронусь до этого. Мне действительно лучше не трогать это. Да и не особо-то хочется. Так, понятно. Не особо-то хочется. Это что? Я взяла лечебный напиток. Отлично. Напитки.
Это, наверное, устройство для управления американскими горками, но я не знаю, как оно работает. Здесь слева выключатель, управление, управляющий питание. Ну, давай. Это, наверное, устройство для управления... Да, здесь слева. Так, погнали. Так, включить. Давай. И... А, я выключил, наоборот, питание. Теперь это все не работает. Теперь меня никто не собьет, когда я сюда пойду. Все, я тебя понял. Давай сохраним. Все, я тебя понял. То есть разработчики сделали чисто вот троллинг. А ты можешь пойти, но там ты будешь все время умирать, тебя будет эта вагонетка сбивать, если ты электричество не выключишь у горках, ну, на горках вот этих. В принципе, логика-то есть на самом деле. В жизни же всегда так, ну, имеется в виду, у тебя не будет каких-то запрещающих... Да блёха, муха, не падай. Запрещающих каких-то знаков, ограничителей там... Ограничителей там и тому подобного, потому что, как бы, ты можешь... Ты можешь идти куда угодно, делать что угодно, но если ты пойдешь по рельсам, то помрешь. По рельсам, в смысле, то помрешь. Тебя задавят. А сейчас у нас все выключено. Я же выключил. Подожди, я же выключил эту хрень. А я не понял, я же, подожди, ее выключил. Куда-то спрыгнул. Я наняла вас, чтобы разыскать девочку. И вы свою работу выполнили. Что еще нужно? Вы соврали мне, Хизер, дамочка. Мне такой расклад не нравится. Соврала? И о чем? О том, что ее похитили. Но это правда. Она была одной из нас. Этот человек, Гарри Мейсон, он забрал ее и укрывал от нас. Возможно, но Хизер это устраивало. Он дурачил девочку. Лгал ей. Не желал пробуждения ее настоящей. Она несет в себе Бога. Но когда Олеса, Бога-Матерь, по-настоящему проснется... Ну, и что будет? Она откроет врата в нетленный рай. И что это за место такое? Да, вот это интересно. Место, где нет страданий, ни голода, ни болезней, ни старости. Не будет войн и жадности, и все будут жить только по Божьей милости. Нифига себе. Ни того, ни этого. Ничего. Ничего. Рай для... обиженных неженок, честно говоря, скучновато звучит. Действительно. Мне жаль вас. Вы не сможете это понять. Ну-ка, давай. Сейчас. Вы хотите пролить кровь? Неужели для вас это так просто? А ты сама сколько крови пролила? Я делал это и раньше. О как. А вот это уже неожиданно. Тогда мне и правда жаль вас. Ну, будешь стрелять, нет? Не показали. Не показали, выстрелил он все-таки или не выстрелил. А, это типа мы спрыгнули. Ха, нифига себе, на киосок на какой-то спрыгнула. И сознанку потеряла. Да, вставай. А что там, не высоко совсем? Вон, рельсы прям рядом. Башкой, главное, не ударься, а в рельсы пойти. А то так это прыгало, такое ощущение, как будто бы там метров 10 летело. А нифига подобного. Там пару метров всего на все. Так, ладно. Спустились куда-то. Это касса, мне ничего... Да, это понятно. А, куда-то спустились... Где-то, короче, находимся. Ладно, давай осматриваться. Это лоток с попкорном. Ничего особенного. Но этот попкорн выглядит как будто... Как-то не так. Не думаю, что мне хочется его пробовать. Да и вообще, я здесь не стала бы ничего здесь есть. Согласен. В таком мире лучше ничего не есть.
Так, а все у нас тут вариант только один, либо вот в эти двери, либо никуда. Значит, в двери. Так, а это что за двери? Что здесь за вывеска? Ну-ка. А здесь ничего не написано. Наверное, тут должно быть написано время продолжительности поездки на аттракционе или что-то в этом роде. Ну хорошо, давай посмотрим, что там за аттракцион. Интересно же. А, это хэллоуинский аттракцион. Тут и так, блин, криповая атмосфера, а вы тут еще и аттракцион страха сделали, нифига себе. Так, ладно. Сохраняшечка, кстати, давай-ка. Сохраняшечку сразу сделаем. Это полезно. Сохранение это всегда полезно. Сохранение это всегда здорово. Давай. Интересно, наш детектив-то он выжил в итоге-то или нет? Так, подожди, здесь дверь. Ну давай проверим сразу, почему бы и нет. Добро пожаловать в дом привидений Борли. Мы рады видеть вас. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. Когда почувствуете, что готовы, откройте двери. Готовы. Так, пока не готов, давай-ка. А, дверь плотно закрыта. Она совсем не поддается. А все, меня уже не выпускает. Надо было там сначала все обыскать. Ладно, погнали. Помогите! Помогите! Слышите голоса? Ну да, слышу. Четверо членов семьи были порезаны на мелкие кусочки в этой комнате. О, крики детей. Help. Убийцу поймали. Его спросили, почему вы их убили, и он ответил. Потому что мне так приказали духи! Ну да ладно, я вру. Просто захотелось пошутить. Думал, смогу напугать вас, вот и все. Правда в том, что умер только один человек. Повесившись. Опа, нифига себе, вот это прикольно. Ха. Дом страха. Вот это прикольно, да. Ладно, погнали дальше. Так подводил, подводил, а потом молния. Так, а здесь, по-моему, Хотя нет, вон кто-то сидит. Кто там, блин, скрипит? Кто там, блин, скрипит? Кому не имется? Так, здесь запер, естественно. О. Блять! Это Дэнни. Ах ты, Дэнни, зараза ты такой. Но довольно дружелюбный. Как дружелюбное, видите. Блять, привидение. Он давно ждал встречи с вами. Охренеть. Жил в Новом Орлеане. Идя домой, немного заблудился, и теперь он здесь. И теперь он здесь, да, действительно. Кстати, может быть, вы знаете, как проложить путь на небеса? Чего? Какие небеса? Так, ладно. Так, это настоящее? Черт, он настоящий. Это настоящее повешенное мертвое тело. Я не думаю, что это хотели сделать часть аттракциона. Кто же мог это сделать? Кто, блин. Жесть какая-то могла. Так, это просто кукла, сидящая в кресле. Дэнни это кукла или Дэнни тот, что висит? О, ладно, какая разница, неважно. Так, а подожди, а дверь, может быть, как-то откроем? Дом довольно старый. Открыл. Так что, пожалуйста, смотрите под ноги. Иногда пол внезапно проваливается, а под полом пустота. Ага. Говорит, посмотрите под ноги. А как тут смотреть под ноги? Ну ладно, пойдем по стеночке. Блять! Сильно извиняюсь. Это место прям-таки разваливается на части. Охренеть, блин. Видите ли, механизм сломан. Но, уверяю вас, конструкция не должна была останавливаться. Ага, не должна... Не должна была останавливаться. Вот это нормально подъебал, молодец. Вот и выход. Ага. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Пожалуйста, приходите еще. Но если хотите, мы и сами к вам придем. Но если хотите, тогда мы идем к вам. Так, ладно. Это же должен был быть выход. Но, видимо, никто не хочет, чтобы вы уходили. Вы всем очень нравитесь. Серьезно? Они хотят, чтобы вы оставались с ними навечно. Это что такое?
Вынужден согласиться. Бежать надо было. Да блин, опять что ли все это перепроходить что ли? Ну, с одной стороны, хорошо, давайте посмотрим, что я здесь мог не найти, или точнее, не осмотреть. Может, здесь что-то полезное все-таки будет? Нет, нифига нету. Головой она не крутит. Ладно, погнали. Добро пожаловать, да, в понятно, дом привидений Борли. Бла-бла-бла-бла. Помогите! Здесь помогите! Помогите! Здесь бла-бла-бла. Слышите голоса? Здесь слышим, да, здесь у нас. Да беги уже. Здесь у нас... Да-да-да, страшно. Это Дэнни. Он не особо разговаривает. Да-да-да. Дом довольно старый. Так что, пожалуйста, смотрите под ноги. Иногда пол не забыл, сильно извиняюсь. Это место прям-таки разваливается на части. Видите ли, вот. Механизм сломан. Здесь но, уверяю вас, конструкция сохранить не должна надо. Была останавливаться. Вот и выход. Ага, вот надеюсь, и выход. Вам понравилась наша экскурсия. Пожалуйста, приходите еще. Но если хотите, мы и сами к вам придем. Да, так, во. Ну-ка, а что, сохраниться нельзя? Ха, сохраниться не дают. Блин. Это а же здесь... должен был так, быть погнали. Выход. Но, здесь видимо, бежать никто надо. Не хочет, чтобы вы уходили. Блин. Вы всем очень нравитесь. Нравится, они хотят, нравится, чтобы вы оставались с ними навечно. Да, вообще не говори, да. Вынужден да, согласиться. Да. Блин, надо не было бойтесь. В дверь. О, куда-то зашел. Фу, куда-то зашел. Так, сохраниться можно? А нельзя. А, сохраниться нельзя. Так, ладно. Блять, опять бежать. Точно бежать. Да что ж такое-то теперь по лабиринтам бегать по этим. Надо было в ту дверь, видимо, зайти. Так, ладно, сейчас пойдем. Пойдем, зайдем. Давай. Да блин, где? Опять куда-то зашел. О! Все, сохранить можно. Все, отлично. Два лабиринта пробежал. Все нормально. Так, где тут? Вот это. Так, здесь вроде враги появились, значит, здесь, по крайней мере, таких подстав не будет. Вот это уже хорошо. Я тебя уже видел 100 раз. Че она меня убила-то? Почему так-то? Надо, короче, по одной их попробовать уж усандалить. Значит, когда она крутит, надо тоже... Кого? Давай сначала вот эту. Блять, ударил. Да блин, ударил. Беги. Так, что у меня тут? О, красный, нифига себе. Так, давай вот это. Нормально. Нормально, бежим. Да блин, беги. Да, живой? Живой вроде. Так, аптечку. Отлично. Побежали. Так, одну завалил. Так, бежим. Вот это еще живая, походу. А, все, завалил наконец-то этих двоих, аж прям капец, они жесткие парни. Или бабы. Так, ладно, сохраняем.
Сохраняем. Так, что там? С самого верха начинаем заново. Главное, сохраняшки быстро происходят. Это вообще меня радует. То есть здесь время на сохранение не тратишь сильно много. Так. Опять эта хрень валяется там, непонятная. Которая меня утаскивает периодически. Так, ладно, погнали дальше. Ага, видать сюда. Вот опять эти собаки, походу. Да, точно собаки. Собаки и вот эта хрень. Да умри ты, пожалуйста. Ай, отстань, отстань, собака, отстань. Да умри ты уже. Как вот ее теперь поймать, эту собаку дурацкую? Ну-ка давай сюда. О, поймал! Поймал! Отлично! Все, добил походу. Походу добил. Отлично. Все, добил. Отлично. Так, сохраняем. Сохраняем, добил и сохраняем. Блин. Вот так после каждого врага приходится сохраняться, потому что мало ли игра либо вылетит, либо враги тебя убьют. Кстати, все. Все, хпшки нету. Все. Это вот печально. На последнем, считай, издыхании. Так, ладно, давай я осматривать, что здесь есть полезного. Есть ли здесь вообще, в принципе, что-то полезное? Так, сюда пройти не могу. Походу нам сюда. А здесь можно было просто пробежать, скорее всего. А может и нет. Здесь закрыто. А вот та дверь, подожди. Давай сначала здесь проверим. Здесь чего? Здесь пройти можно, подожди. Я сначала хочу посмотреть, что там на... по лестнице наверх. О, нифига себе. Так, что-то на что-то она смотрит. Вот на что ты смотришь. Это колонна, интересно, это сработает? В смысле сработает? В каком смысле сработает? А, сейчас не время играть с этими штуками. Согласен. Опять резко музыка, звук исчез. А, эта колонна, интересно, это сработает? В смысле, что именно сработает? Что ты имеешь в виду сработает? У меня предмет... так, у меня есть кулон. Нифига не работает. А, так, у меня есть вот это вот, духи, которые я хрен знает. О, у меня талисман есть. Кстати говоря, тоже не работает. Талисман, это на нем вырезанный странный узор. Я получил его после победы над Леонардом. Короче, непонятно. Короче, непонятно. Давайте посмотрим, что в той комнате. И будем уже, наверное... Тут патронов нет. А, ты имела в виду, наверное, сюда зайти. И здесь что-то... Туда можно как-то попасть? Да, там, смотри-ка, рычаг есть. Подожди, а как туда? А как же туда нам тогда попасть? А никак. Ха, а никак, походу. Вот это интересно, а туда никак не пройти. Здесь вот есть вот, в принципе, она может перелезть, но она не хочет. Она почему-то не хочет. Может быть кинуть, я не знаю, ну попробовать что-нибудь кинуть. Что у меня там есть в инвентаре, что я могу использовать. Использовать не хочет. Использовать не хочет. Так,
оружие, может, какое-нибудь. Да не, подожди, что-то какая-то хрень. Здесь пройти никак нельзя. Ну ладно, возможно, мы сюда еще сейчас еще вернемся после вот той, так сказать, локации, той комнаты. Печально, потому что у меня ХПшки почти нет. Ой, блин, как вас тут много. Нафиг. Я тупо убежал. Потрошки, потрошки это надо. Так, давай-ка лечиться сразу. Так, более-менее что-то как-то. А здесь сохраниться нельзя, замечательно. Или можно? Можно. Можно здесь сохраниться. Куда-то пробежал. Куда пробежал, пока не ясно. Пока не ясно. Так, ладно. Ага. Еще один аттракцион. Непонятный, странный. Или это какая-то арена? Какая-то красная херовина там. Это что? Это реклама какого-то мюзикла для детей. Похоже, все происходило на этой сцене. Сейчас тут никого, но я готов спорить, что в этот день тут было битком набито. Ага. Хорошо, это то же самое. Это реклама мюзикла. Чего интересного, понятно. Ладно, пошли посмотрим, что за реклама мюзикла, что там. Что там за мюзикл? А, это типа сцена была, да? А они одинаковые. Да, они одинаковые. Так, а красная хрень это что? Туфелька, я взяла красную туфельку. Зачем? Может быть, этой туфелькой нужно кинуть как раз в рычаг, и рычаг заработает. Блин, ну это как-то сложно. А, так, здесь, естественно, есть, она ничего не хочет. Здесь реклама мюзикла. Ну и, собственно, больше ничего здесь нету. Ладно, пробежали, да. Ах ты, вас как много-то сволочей-то таких, а. Идите в день, не хочу я с вами биться. Капец, блин, как их много. Так, что там про туфельку, кстати говоря? Так, предметы. Туфелька. Одна кроваво-красная туфля, она стояла на сцене. Можно ее использовать, объединить и изучить. Так, ладно. Пойдем попробуем использовать ее. Так, ну вот по-любому только здесь вот можно ее. Так, объединить. А с чем можно объединить? Можно с этим объединить. Ага. Ну блин. Ладно, пойдем используем, попробуем здесь. Просто вариантов я не вижу никаких. Здесь, по крайней мере, она что-то говорит. Ну. Как-то это странно. А, подожди, я духами могу драться, что ли? Подожди, ничего не понял, погоди. Ага, ну ладно. Это типа я могу взять, так. А, для меня слишком маленькая, хотя я не сказала бы, что хочу надевать ее. Ее можно с чем-то объединить. Вопрос зачем? Вопрос зачем, непонятно вообще. Так, не время играть с этими штуками. Пока непонятно, пока очень сильно непонятно. А, недостаточно сильная, чтобы сдвинуть, как бы я ни стянула. Должен быть какой-то способ. Не похоже, что дверь была заперта, но я не могу открыть ее. Может, заржавела? Может, сюда туфельку применить? Но это как-то странно. Не, нифига. Тоже нифига. Тоже нифига. Тоже нифига. Ну, даже я не знаю. А на что нам надо тогда применить туфельку? А, внутри
внутри этой коробки труп. В этом нет ничего интересного. Я не могу ничего поделать, но мне интересно, кто и зачем это сделал. Да, вопрос тоже такой интересный. Нафига здесь столько убитых людей? Так, здесь тоже ничего не говорит. Короче, пока непонятно, что делать. Вот есть, получается, кабинка для управления, причем с большим окном, по идее, через нее можно было бы что-то сделать. Здесь ничего нет. Вот, но она что-то, туфельку-то взяли. Вон, видите, рычаг есть. Им можно управлять, что-то сделать, видимо, запустить эту карусель. В общем, оставим ее на следующую серию. Давайте сохраняться тогда, ребятушки. И на этом будем завершать нашу сегодняшнюю серию. В общем, всем спасибо, кто смотрел ее до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Не забывайте про колокольчик, ребятушки. И до новых встреч в следующих видюшечках. Всем спасибо, всем пока.